Представители музыкальной школы приехали в гости в сад номер 33 с важной миссией – приобщить детей к классической музыке. В ходе шефского концерта дошкольники получили возможность не только вживую послушать произведения известных композиторов, познакомиться с музыкантами, но и посмотреть на музыкальные инструменты. Это раньше назывались шефские концерты. То есть мы знакомим и ребят, и сотрудников различных производств с музыкальными инструментами, потому что сейчас очень редко услышишь инструмент, как он звучит вживую, живой голос инструмента. Также пару слов мы говорим о композиторах. Это очень развивает и повышает культуру нашего общества. Для детского сада подобное мероприятие проходит впервые, но, учитывая большой интерес к концерту со стороны детей и родителей, планируется постоянное сотрудничество с музыкальной школой. Дети ожидают с нетерпением данное мероприятие. Я думаю, что им очень понравится, потому что это в первый раз. И действительно, не все дети могут увидеть вживую и услышать звучание инструментов, таких как виолончель, скрипка. Конечно, дети нам любят музыку. Музыка – то, с чего открывается душа человека. Значимость концерта понимают и сами музыканты. Им приходится выступать перед аудиторией, которая искренне и непосредственно оценивает исполнение. Зачастую дети настолько вдохновляются концертом, что сами хотят стать музыкантами. А это и есть самая высокая оценка для воспитанников школы. Очень благодарные, и здесь больше выкладывается душа, но не вкладывается доля соперничества между выступающими. Прошедший концерт запомнится ребятам надолго. Каждый из них узнал, как выглядят и звучат инструменты, выучил для себя новые слова и понял, какой прекрасной может быть классическая музыка. Ты хочешь, чтобы ребята еще раз приехали к вам выступить? Да, хочу, чтобы еще приехали. А какие бы слова благодарности ты бы сказала ребятам, чтобы они действительно порадовались и приехали к вам еще раз? Спасибо. Приедьте к нам еще раз. Андрей Милентьев и Александр Винченко для программы «Городские вести».